тебя упадет, я не держу тебя. Вот так, смотри. Вот так тебя меня.
Здрасте. Как дела? Ниндзя поиграем? Сначала поздоровался сначала. Здравствуйте. Представился бы, как тебя зовут? Лебушка. Как зовут? Лебушка. Пульту правую. Можно ему, да? Здравствуйте. Ну на, посмотри, будешь аккуратнее? Тихо, тихо, ты будешь аккуратнее? Ты пообещаешь мне, что будешь аккуратнее? Молодец. Батя, нас папку, нас папку лучше. Да. Только давай не ниндзя, а будешь как богатырь, да, это же? А ты видел, что я делаю? Всякие штуки какие. Попробуй так же крутить. Попробуй так же покрутить красиво, чтобы родители посмотрели и радовались. Ну, да, Только себя не ударит. Надо на вот это такое сделать и думать. Можно полотенцами простыми, чтобы дома ничего не поломалось. Принцип такой же. Ну, крути, чтобы поразить папу красотой. Не хочешь там, да, поддаваться, папа? Как парни еще раз зовут? Илья? Ты же как богатырь, смотри, 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 сейчас тебе покажу такую штуку, чтобы получилось. Вот так вот ты берешь, И снизу вверх, подойди, пожалуйста. И снизу вверх, вот такую вот, как, снизу вверх, как бабочку рисуешь. Иди, погоди, погоди, не торопись. Перед собой, если вы ему рукой поможете своей, вот так, снизу вверх. Да. Петельку здесь и петельку здесь. Вот. И когда ты так будешь делать, как ниндзя настоящий. И вот теперь попробуй, да. А с двух рук сможешь сделать? С двумя руками сразу. Вообще это мастерство. Что, все-таки папки дали? Ну давай. Ну вот так делай. Да, да. Ну получается, получается. Давай. Понравилось, да, сражаться? Понравилось? Ноги тоже защищали. Ну все, надо меньше тебе делать, значит, да, или и заниматься с тобой. Есть разные клубы в Покровске, да, там спортивные, ну, у нас в городе спортивные фехтования. А он у нас такой особенный. Ну, я понимаю, мы отчасти занимаемся, у нас организация, мы занимаемся адаптивной физкультурой. И ну, много-много детей, взрослых а где детей. Там, где есть спортивные? Давай, нет. Сделаем с тобой тоже. Когда вне сезона, когда в залах, когда летний сезон, здесь открытые тренировки для себя делаем. А так в основном в Саратове. Но для саратовчан побольше, конечно, условий сделаем. Сеньки с Покровским могут ездить. Хотелось бы, чтобы у нас в городе тоже была возможность. А это самый вот первый способ через культурное воспитание, как раз через революционное, самый лучший способ восстановиться, потому что у нас есть уже достаточно взрослые ребята, и лишь, наверное, оттенок, да, вот заболевания, которые перенесли, есть лишь оттенок только остался. А так всегда все хорошо в поведении, в мире, ну, все равно. Все от родителей зависит, все от родителей. Все и в наших руках, и в ваших, конечно. Просто для мужчины, что это очень важно, это, ну как минимум защитить свое слово отставить, как минимум. Но в жизни это лишнее не будет. А так все, гимнастика. Меня Сергей зовут. Стой. Илья, погоди, давай, Петюню. Стой. Благодарю, что ты посвятил. Ну ему там же много чего. Молодец, да. Аккуратно, да? Все, у мамы, папы разрешение спроси. Так, оставь. Ну все, хватит. Ну это тоже такое, да, специально. Пусть посмотрим. Только под контролем, да, пожалуйста. Ничего, сам не поранился. Все интересно, парни. Спасибо большое. Да, на здоровье.